Я не так давно переехала в Красноярский край, и пока видела не так много мест. Но поселок Манский уже успел меня поразить. Сказочная природа, безмятежное спокойствие, горы и стремительная река. Впервые я приехала сюда со своим другом Сережей. Он художник. Когда он увидел, как меня впечатлили местные пейзажи, он протянул мне кисти и сказал: «Пиши». С тех пор я здесь частый гость. Что может быть лучше, чем провести воскресенье в компании друга, холста и красок? Каждый раз мы находим в окрестностях новые места, которые будто созданы, чтобы стать этюдом. Летних пейзажей, увы, уже достаточно. На очереди осень, зима. Манский прекрасен в любое время года. Работая на телеканале «Енисей», я все больше узнаю о новых волшебных местах нашего края. Кто знает, какие таланты откроются во мне, окажись я там. Манский. Приезжая сюда, я чувствую себя по-настоящему свободной и открытой для всего нового.